Недвижимость, нюансы ее приобретения и оформления всегда были и будут вопросами актуальными. Знание тонкостей системы законодательства в этой сфере позволяют гражданам совершать различные сделки грамотно, с соблюдением интересов всех сторон. На это и направлены единые информационные дни. Цель наша проведения таких дней – это разъяснение, как в данных ситуациях поступать, вот, что делать и дальнейшие такие действия, шаги сказать человеку для того, чтобы правильно оформить, поступить, совершить те или иные действия. На протяжении 3 часов специалисты облсполкома и агентства по регистрации отвечали на вопросы жителей областного центра. Вопросы, на которые люди хотят получить компетентные ответы, как правило, типичны. Как правильно оформить свои квадратные метры? Почему важно грамотно оценить договоры на аренду имущества? В чем суть процесса оценки имущества? И результат от такого общения есть. Вопрос брещанки Елены Владимировны был решен буквально за несколько минут. Все хорошо объяснили, все хорошо. И решат в ближайшее время мой вопрос, и мне дадут данные. Вот разобрались, и все это там 15 лет не могли решить. Здесь вот в течение суток мне дадут ответ. Практика проведения такого открытого общения будет продолжена. Это позволит не только минимизировать просчеты, возникающие из-за незнания или недопонимания гражданами отдельных пунктов действующего законодательства, но и поможет решать отдельные вопросы быстро и эффективно.